Дагестанские производители завоевывают отечественный рынок. Казахские компании заинтересовались продукцией завода «Гофрокартона». В ходе переговоров казахские компании заявили о потребности продукции нашего предприятия. К примеру, для мебельной отрасли нужна картонная упаковочная тара, а тепличникам более компактные картонные тары для транспортировки готовой продукции. На заводе отметили, что у них есть свой дизайнерский отдел, который готов по техзаданию заказчика сделать тару любого вида и дизайна. Мы работаем ежедневно, не сбавляя темпов, наращивая производство и увеличивая клиентскую базу. Мы работаем и будем работать.